Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Эта книга признана одной из лучших молодежных книг 2020 года по версии Amazon. «Война и мир» в Твиттере Эммы Лорд. Да, такое пошло время, что «Война и мир» только в сети, а нынешние Ромео и Джульетта – выходцы семей, враждующих из-за сырного бургера. Вот и все страсти, трагедии и подвиги. Им по 17. Она Пеппер, отъявленная отличница, капитан школьной команды по плаванию. Ее семья владеет сетью ресторанов быстрого питания. У нее есть сестра Пейдж. Он Джек, пловец. Его семья владеет небольшим кафе. У него есть брат-близнец Итан. Они учатся в одной школе, общаются в реальности. А вот в мессенджере они переписываются под именами Волк и Сиалия. Разумеется, каждый инкогнито. И вот высшая лига бургеров внезапно запускает новый бургер, копию бургера из маминых тостов. Джек возмущен, пишет обличительный пост в Твиттер аккаунт семейного кафе, потом приходят тысячи репостов о мама Пеппер и не думает извиниться. Так началась нешуточная твиттерная война между этими общепитовскими организациями. Прям дух захватывает от этих побоищ. А вся страна, затаив дыхание, глядит на эти баталии двух подростков. Эмма Лорд доказывает, что какие бы новомодные словечки и явления не атаковали и не заполняли нашу жизнь, человек остается человеком со своими страхами, слабостями и мечтой о любви и социальной реализации. Вот Пеппер все делает для того, чтобы быть лучшей, не разочаровать свою суперуспешную мать. А Джек – тощая тень своего удачливого брата-близнеца. Все делает для того, чтобы собственные родители его уважали и ценили. Их встреча, их любовь спасают их индивидуальности. И оказывается, Пеппер имеет удивительный талант кондитера, а Джек занимается программированием и созданием занимательных приложений. А вот вечная проблема отцов и детей решается в этом розово-кремовом творении брутально. Мало того, что они, родители, наверняка знают, что нужно их детям, так еще, оказывается, их связывает бурное и грустное прошлое. Книга получилась милой, легко читаемой, не вызывающей отрицательных эмоций и просто проходной. Если вы, дорогие слушатели, хотите необременительного и невесомого чтения, это прекрасный выбор. «Светлый мир дружбы, еды и наслаждения». 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».